Во Всемирный день театра в Чувашском государственном театре кукол состоялась торжественная церемония награждения победителей 21-го республиканского конкурса театрального искусства «Узорчатый занавес». О новых именах в нашем материале. Это не слыханно! Это не видно! Конкурс «Узорчатый занавес» – главное театральное событие года, история которого насчитывает уже более 20 лет. Идея конкурса принадлежит актерам Чувашии, выпускникам Санкт-Петербургской академии театрального искусства. Конечно, тогда это было на уровне энтузиазма, на уровне молодых актеров. И постепенно, каждым годом все это мероприятие становится все богаче и интереснее. Если первое время у нас были жюри местные, наши специалисты, то теперь уже приглашают известных театральных критиков. Всю предыдущую неделю театры Чувашии показывали свои лучшие спектакли. Для кого-то это были премьеры, для кого-то уже обкатанная программа. Чувашский государственный театр кукол выдвинул на конкурс спектакль по знаменитому произведению Юрия Олеши. Мы тоже показали жюри спектакль «Три толстяка». Это, конечно, необычный спектакль, поэтому все волновались. Это, естественно, премьерный спектакль. Всегда волнуешься. Действительно, работа была интересная. «Узорчатый занавес» – хорошая возможность заявить о себе всем, чье призвание – театр. Это и режиссеры, и сценаристы, и композиторы, и актеры. Но главное – это творческий импульс, особая энергия, которой заряжаются и участники конкурса, и зрители. Помогает нам открывать новых звезд. Помогает нам еще раз посмотреть на, казалось бы, привычные уже спектакли, которые, может быть, вы видели не в первый раз, по-новому. И пусть конкурс продолжается, живет своей жизнью, прирастает новыми постановками, новыми актерами, новыми именами. Лучшим спектаклем года стал поединок Государственного русского драматического театра. А лучшим спектаклем для детей «Кто принцессу поцелует» – режиссерская работа Алексея Герасимова. 7 классических номинаций, а также 17 специальных призов. Без награды не остался ни один театр. Впереди у творческих коллективов новые конкурсы и проекты, а также не менее интересные спектакли. Ульяна Пятакова, Павел Рядков, Республика.